Ну что, друзья, слышали новость? Даниэл Уиффен сделал это. Наш парень Сэ Изумрудного острова завоевал золото за дистанцию 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Париже 2024. И не просто золото, заметьте, а установил мировой рекорд. В этом захватывающем заплыве он уступал итальянцу Григорио Пальтриньери всего за 150 метров до финиша. Но, как истинный ирландский герой, он мощно прошел дистанцию до конца, показав время 7:38:19. Это не первый успех Уиффена. Он дебютировал на Олимпийских играх еще в Токио в 2021 году и с тех пор считается сильным соперником. В этом году он уже завоевал золото на дистанциях 800 и 1500 метров на чемпионате мира по водным видам спорта. В чем его секрет? Говорят, все дело в его технике дыхания. Ну и, конечно, нельзя забывать о невероятной поддержке. Его брат-близнец Натан и вся его семья были там, чтобы подбодрить его. Что дальше для Уиффена? Дистанция 1500 метров вольным стилем, а может и марафон на 10 километров. Следите за этим парнем, ведь это только начало. Давайте поддержим наших спортсменов. Это наша гордость. Не забудьте поставить лайк и подписаться.